Всем привет, ребята! Вы на канале Свинки Адани. Сегодня я хочу снять для вас такое видео, как распаковка посылки. У меня три посылки. Это розовенькая и две белых. Я вообще не помню, что в них находится, как это обычно и бывает. Давайте начнем с самой маленькой. И я потеряла ножницы. Класс! Я их нашла. Итак, распаковываем розовенькую посылочку. Я вообще не помню, что там, но я могу предположить, что там. И оно очень держится. Так. О, я... Это носочки. Я думала, такое что такое. Но это носочки. Смотри, никакого подарка ничего нет. Смотрите, какие они крутые. Это просто офигенно. Ребят, просто так круто там. Радуга. Эти носки очень крутые, очень красивые, боже, какие они крутые, ребят. Все ссылки будут в описании, если что, кому-то может тоже понравиться, кто-то захочет такое заказать, переходите по ссылке. То, что я их заказывала, я этого вообще не помню, но они просто офигенские. Следующая посылка будет вот такая, она такая просто пупырчатая. Вот, не вот эта, вот эта вот другого материала, ну какая разница, распаковываем. Она такая мягкая. Так, приятно. Это пенал пришел! Пенал! Вау! Смотрите. Так, он воняет. О, и нитки торчат. Класс! Вот здесь нитки торчат. О, он открытый. И молния тоже. Вот. Или сейчас заработает. Да, все заработало. Так, внутри у нас лежит вот такая вот... Что это? Не знаю, вы поняли, да? Ну... Почему так... Шуршит вот это вот. Ну, что вам сказать? Такой себе прям пенал, более-менее нормальный. Ну, мне нравится дизайн, потому что это персики. И... Это можно использовать как косметичку. Следующая посылка. Это я уже распаковала. Вот она, последняя. Так. Хо-хо-хо-хо. Я так и знала, что где-то это здесь будет. Вы поняли это? Поняли? Наверное, нет. Не поняли? Это все тупо ради прикола, просто подурачиться. Так что вот, тупо подурачиться, ничего не придумайте. Это можно куда-то повесить. Класс, я буду этим... Я не знаю, что я буду делать, я засвечена, класс. Не знаю, зачем я это заказала, но просто почему бы и нет, и типа... Да. Пропустим просто этот момент. Итак, ребят, это видео я уже снимаю, точнее, эту концовку этого видео я снимала уже другой день, как вы видите, в другой футболке. Это норма, это как бы нормально, и типа, какая разница, в какой футболке, в какой день я снимаю концовку этого видео. Ну, это видео как бы закончилось, и всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и всем пока.